По информации Гидрометеобюро, по территории области на 29 число прогнозируется облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью от плюс 1 до минус 4, днем от плюс 5 до плюс 10. В связи с переходом через ноль ночное время и утренние часы прогнозируется гололедное явление. В связи с этим мы прогнозируем увеличение ДТП на всех дорогах области. Также возможно налипание мокрого снега на провода и возможно аварии на электроснабжение. Обращаюсь всем жителям области быть бдительным при передвижении на личном транспорте, а также в пешем порядке. Берегите себя. При возникновении каких-либо происшествий просим сообщать на телефон 112.